народ. Да. Смотрите, примерочка, пиджачка. 179 дирхамчиков стоит. Ух, коллекция какая, я полетела. Ну, а как ее? Ну, на самом деле. Мне кажется, физкультура, между прочим. Бледненькая, бледненькая, не? 179. 179, ну, дофига, конечно, но если распродажу подождать. Ну, так очень даже я яркая. Такая, ох. Давай вот этот вот пиджачок, мне нравится вот это вот. Ну, в кавычках нравится, конечно. Ну, что у нас с этим пиджачком? А, это платье. 179 тоже стоит. Ну, что, народ, как мне лучше? В этом или в этом? Блестящий пыжик, не знаю. Ну, да. А мы, похоже, у тебя покупали за 20 дирхамчиков в этом. В этом, здесь же, в центре поинте, только в Дубае. В Дубае, да. Здесь же, в Дубае. Ну, не, ну, пиджак он какой. Немножко мне надо побольше размера. Ну, так возьми побольше. Ну, мне не нравится. Ну, за 179, мне лучше, конечно, мне лучше. Я в нем прыгать буду? Мне вот это платьице понравилось. Сколько? 149 или 179? Не-не-не, ну куда? Ага, вот это Наташа примерила. А давай я возьму камеру. Я не куда примерила? Ну, так, к лицу приложу. 149, да? 149. Ну, давай я к себе приложу его, давай вот так вот. Он был от Наташи вот так вот. А, обыкновенная. Как он? Никак. Тебе не идет. Или это против солнца? Слушай, ну да, против солнца. Ну стой, ну перестань. Ну что? Ну нет, мне лучше. Не, Наташа лучше. Это не твой цвет, не твой. Так, ну что, народ, 149, 179, вот вышли, развлеклись. Да, вешай обратно. Как дворе прошел, смеется. Вешай обратно, ничего интересного. Смеется? Это тебе. Айконик, между прочим. Да? Айконик хороший. О, кстати, а что это там такое тоже? Вот этой расцветки, дивись. Наташа, где это было? А, там где-то, повесь. Да нет, ну куда же ты идешь? Вон, вон, вон. А, это такая блузочка тоже. А сколько она стоит? Ты видишь цену? Да. 89? 69. Ну, такое. Не видно, никого нет в пятницу. Ну, такая же вот ничего нравится. Еще давайте еще вот это вот примерим. А мне блеклая какая-то или пестро блеклая, непонятно. Народ, напишите в комментах, что это будет такое, это очень яркое. Это, ну, нет, а мне они какие-то размытые. Не знаю. Мне не нравится, если честно. Синтетика аж трещит. Ну, что синтетика, это вы, да. А раньше в центре поинте мы шелковые платки покупали, да? Да, так это стоит 99, $27 стоит. Ну вот, мне просто, наверное, каких-то цветов не хватает. Хочется яркости, яркости. Ну, как-то с цветами. Вот поэтому я такие шпри. Ну, смотрите, вот яркий, яркий. Я же прибежала. Нет, мне смотри. Не нравится. Так, ну давайте. Страшненько. Ну, плюс зеленый цвет, обожаю его. Смотри, прям все прям на меня висит. Ой, я поняла. Я не люблю вот этот зеленый цвет такой. О, боже. Ну, мы поедем на Гавайи? Нет, значит, там тебя выгонят на Гавайях, мне так кажется. Да, не шанс. Я к тебе подхожу, ты отходишь. Смотри, какие эти. Чтобы все показать. Смотри, вот. Микки Маус. Нет, вот такие футболки я обожаю. С этой. Это Поночка или кто? Или девочка Дональд Дак? Это девочка Дональд Дак. И это, и как это, Минни Маус. А что это стоит? Они, наверное, все давай, в одну цену. Вот тут вот. Покажу. Это 49, о боже. 49 одна, да нормально еще. А когда бывает распродажа, примерно 69 стоит 2. Но распродажа будет не скоро, но вот надо будет зайти, сувениры посмотреть. Ну, прикольно. Вот, кстати, вот такие же вот рубашечки висят, а вот такое же платьишко. 149. Тоже 149. Не, мне эти розы дикие. Ну, может, оно и нормально будет смотреться. Вот рубашечка как-то прохладненько немножко, как обычно кондеры включили, вот, и мне нравится, что я в рубашечке. Молодец. Ну, что, хорошо, не буду я пока сниматься, не могу. Вот кенгурушки по 129, но я и интереснее видела. Ну вот разве что вот такое, какие-то приколы такие. Ну, не знаю, честно. Опять-таки в Центрпоинт нужно заходить к этому распродажу. Когда видите там сейл 25-50%, сейчас же так. Так не все бывает, понимаешь? Было... Ну, ну идем посмотрим. Сейчас по 19 есть, по 39. Вот где-то свой рюкзак кинула, там лежит. Это там лежит. Да, он лежит. Немножечко уберем телефончик, чтобы продавщица нам ничего не сказать. Они, по-моему, это, чтобы их только не трогали. А что здесь вообще? Это брюки или что? Он увидит, что это? Ну, вот один цвет мне понравился. А, это юбка, да? Это юбка. Это не знаю, на кого юбка. Для меня это как плащ-палатка. Ну, на большой размер. Нет, 29 вообще. Вот это вот 29 какой-то футбол. А, нет, смотри, нет, тут полосочка. Она как... Нет, она прикольная, материальчик интересный. Просто мятая так. Не следят за продаваемым товаром, который стоит на распределении. Юбка.
45. А ну вынь ее. Да, запросто. Давайте. Мы что-то похожее смотрели на это. Ну так, если под что-то. Ну, так, ну давай вот. Вот черный цвет под тяжело это, снять. Под гавайские напевы сейчас. Нет? Ну лайк поставьте за это. За тын-тын. Ну вот 45, ну. Вот персиковый цвет. Да, ну 19 это детские такие штучки, а хотя гарфилдом. Хотя симпатичные. А что детские? Это не детские. Это не... Мне нормально будет? Да. Ну, хорошо. Короче, все, что было вместе, да. О, а вот такого пудрового, да, это ее. Давайте, по 39 пишут, ну да ладно. А что да ладно? Ну просто тут написано все еще 89. А, там 69. А, вот 69. Ну, там. Ну, ничего, нормально. Ну, как, нормально? Да. А ну, вот так вот, стойте, подождите, давай вот так вот. Нет, уже зелененьким тогда. Подождите. Возьмем эмочку. Ой, тут вообще Дональд Дак. Как мне вот так вот? Ой, нет, что с ней то. Надо работать. Надо работать над образом. Ну, ладно, нет, так нет. Ой, смотри, какой это котик там, это пижамка, давай, наверное. Пижамочки, смотри. Тоже от Диснея. Сколько же она стоит-то, вот. Самое тяжелое узнать цену. Ой, боже, 99. О, ты тоже котика заметил? Да, это пижамка, смотри, а брючки. Ну, это как длинная пижама. 99 дирхам. А это 79. А это пижама, да. А у тебя вешалка от этого? Не, я где-то оставила. А он дамба, ну что там маленький. А, дамба тут. Ребенок дамба. И брючки. Они такие, как врубчик. В пятницу, да? Людей мало вообще, спокойненько ходишь. Сколько, это тоже 99? Да. Давай, найди сюда. Ой, помоги мне, пожалуйста. Прилип здесь. Я думаю, 99. Так-то а, вон как выглядит они. 109. Ого, 109. А за что? За вот эта дамба так написано. Ну, Китти, что-то такие в омороке. Китти, в омороке. А вот это нравится 79. Кому-то, вот такие вещи? Ну, с начосиком, да? Это не начосик, это какие-то пыжики, не знаю. И если я в таком школу приду, наверное, студенты со мной разговаривать неделю не будут. А что, если они в таком же будут? Еще какая-то пижама. Ну, что же вы одели-то так же? Ну, что? Ничего, как бы вот такой, завершаем. Какой-то такой шопинг. Вот, когда мы обычно приходим и нет распродаж, мы, конечно, не рады. Нижнее белье. Почему тут нижнее белье? Сколько? 29. Ну, нужно мерить, конечно, потому что такое покупать просто так не очень. Ой, а вот это интересно. 99, да? Это тоже это домашнее, наверное, да? Ну и на улице тоже неплохо. Ну да, такое. Но с блеском, с люрексом. Да, и забрать в Талабате какую-то еду. Тут такой серый, а тут немножко с таким с персиком. Ну, тут нижнее белье. Ну что, идем дальше? Да, идем дальше. Всем пока.